прорывной сезон для Антона Бургасова. Активность великолепная. И что очень важно, это вот независимый игрок. Он сам может себе создать момент. Силовой форвард с прекрасным броском. И вот сейчас только... О, как здорово сейчас все разыграли хоккеисты СКА! И Ковальчук забивает. Шестой матч подряд в очках и забрасывает очень важную шайбу. Давайте посмотрим. Кадекин играет. И, честно, Генуи поделать не мог. Ну и вот тоже в то же время и пошел, как здорово, Бурдасов. А пасы кто отдавал? Бурдасов. Я же только про него говорил, просто про рынок. Это он пас отдавал. Представляете, из этой ситуации, ну это, я не знаю. Как сложился-то здорово, да? Это тем более он такой огромный, нельзя сказать, что прямо там супер руки, но этот сезон невероятный для Бурдасова. 28 очко, это при том, что он там на четверть игрового времени меньше получает, чем Шипачев. Ковальчук девятую шайбу за питерский СКА забрасывает в этом сезоне. Действительно набирает 25 очко.